Что я здесь снова делаю? Понравилось, что не удержать меня от Камчатки. Приехал еще раз. Я понимал, что это такое, на удачу. Может быть, может не быть. Поэтому знал, что однозначно возвращаться на второй год. Второй год не разочаровал, даже несмотря на то, что снега какое-то время уже не было. Вообще прекрасно покатались, отлично закатнулись. В общем, эмоций выше крыши и все ожидания выполнены и перевыполнены. Я ехал на Камчатку, я ехал за каталкой, я ехал за хели. Я никогда не летал на вертолете до этого. Это настолько аутентично, настолько интересно, что ну, тебе больше ничего не остается, кроме как довериться, что люди за штурвалом профессионалы и все будет хорошо. И потом после первого или второго такого приземления, когда ты видишь, какие они пируэты исполняют и как они мастерски садятся двумя, иногда вообще одним колесом, то после этого ну, спокойствие и наслаждение от всего этого экстрима. Так что на хеле это не только классный спуск на лыжах, это еще и вот эти вот крутые полеты над пиками и крутые высадки. Путешествия, самые лучшие в жизни, происходили спонтанно. Камчатка получилась, наверное, самой спонтанной. Буквально решение там за 2 недели было принято. Вообще классно после целого дня катания расслабиться. И было очень здорово, что можно было действительно посмотреть на красивые горы и при этом на улице посидеть в горячем термальном бассейне. Это прям был кайф. Камчатка вызвала у меня такие добрые, теплые эмоции, мне очень понравились люди, команда, которая с нами была везде, всегда гиды. Были некие сомнения, как я поеду один, что получится, но я как-то решился и, в принципе, не пожалел, потому что компания единомышленников, тут нельзя не сойтись с людьми. Ну дела, братишка, красота какая, а? Не видно ж ничего. Да, ну чувствуется. Что красота. Мощь земля-то чувствуется. Счастлив. Я приехал на Камчатку, а никогда бы это еще. Наверное, такого отдыха у меня еще не было. Всем очень рекомендую. Приезжайте. Море, горы, и ферай. У нас все сложилось
просто в идеальную программу. Поэтому я уже задумался, что надо это повторить. Почему Камчатка? Почему хели? Потому что вот эти длинные красивые выкаты, по которым никто не катался, которые полностью твои, и никого там до тебя не было, это, ну, это прекрасно. Это сложно найти на каких-то курортах. Находишься в моменте, у тебя нет мыслей, у тебя абсолютно пустая голова, и ты мчишь здесь и сейчас, и ты свободен.